Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, вот мы и встретились в игре Танколут. Так, откроем с вами сундучок, который у меня уже активировался. 13 золотых, легкие траки, мини-башня и все, да? Ладушки я сразу же ставлю тогда на активацию. А за... нафиг мы будем ставить? Давайте сразу же откроем его и посмотрим, что нам отсюда выпадет. Дрободан, прямо такое название, Терминатор. И легкие траки, опять легкие траки. Ну что ж, хорошо, у нас две ячейки с вами освободилось, естественно, для того, чтобы мы смогли с вами в бою заработать что-то. Так, давай зайдем в ангар и посмотрим кое-что. Так, легкие траки, давай посмотрим, что, неужели? Так, погоди-ка секунду. Легкие траки. Слушай-ка, у нас вот средний, я, наверное, средний все-таки оставлю, хотя мы можем и на легкий перейти, но не хочу, не хочу. А вот с пушкой, что бы нам сделать? Слушай, ну в данный момент у меня вот эта вот пушка вообще офигенно рулит, ребят, на самом деле. Хотя у меня уже и открылась шокер-пушка, вот она. Смотри-ка, по урону 291, да, против 207. А если я улучшу, сколько там улучшения? Блин, 100 монет, не улучшу я нифига, потому что не хватает, ребят, элементарно золотых. Ладно, хорошо, давай покатаемся, немножко заработаем денег и посмотрим заодно, какие режимы у нас здесь есть. Оу, сражение за ресурсы. Угу. Если я не ошибаюсь, ребята, мы здесь будем с вами такой горючий, короче, собирать, если я не ошибаюсь я. И танкобол. Меняется, блин, буквально, да, ребят, каждые 5 часов. Ну, в данный момент мне 5 часов нужно подождать, чтобы поменялось. Ну, а 500 трофеев мне нужно для того, чтобы мы с вами открыли турнир. Честно говоря, не знаю, но хотелось бы посмотреть. Что это за турнирчик такой, согласитесь? Поехали в бой, короче. Нечего сопли жевать, как говорится, рассуждать. Тут что-то... Будем просто рулить и все. Здесь, ребята, та же самая система, как в Бравл Старс. То же самое. Только почему-то мне кажется, что намного проще. В Бравл Старс как-то нужно юлить что-то, а здесь, ну, не особо, ребят, такого, знаете. Хотя вот этот режим собирать горючку уж больно мне знаком. Так. Что-то я не понял. А. Ууу, за мной охота. Так, погоди-ка, погоди-ка. Иди отсюда, в козе, в трещину. Так. Давай попробуем, попробуем. Справимся вдвоем, да, должны. Черт, он убежал, ребят. А я его поймаю. Ну! Есть, горючку это заберем. Отлично. Так, смотри-ка, какой-то ханорик обижает нашего малыша. Вот. Ну согласитесь, как-то вот, вот простенько. Прикрой меня, я уже прикрыл тебя. Забирай бочку, молодец, красавчик. Так, вот еще одна бочка, сможешь забрать ее? Так, а ну-ка. Если я вот так сделаю. Подожди, а как эта фигня работает? Ну, воу-воу-воу-воу-воу-воу. Отлично. Смотри-ка, сколько бензинчика мы с вами забрали. Хе-хе. Так, пошел хиляться. Ну и пускай идет, ребята, где у нас тут... А, нам нужно, видимо, здесь тоже 10 горючки набрать. Здесь нету никакого времени. Оу, как ты можешь... Тихо, я его добить должен, ребята. Я его должен догнать и добить. Смотри, юлит. Опс. Самому бы не отдуплиться-то здесь. Слушай, а, вот мы, ребята, с вами активируем якобы, да? И после этого я уже только могу стрелять. Хорошо, у нас с горючкой все нормуль? Нормуль. Минус. Так, шокер. Шокер убрали. Так, давай. Ну, ёпрсте. Да, ребят, 10 горючки мы с вами забрали. Теперь можно, в принципе, смело, смело вот этого уничтожать, ханорика. Я еще заберу горючку. Не успел, к сожалению, но в любом случае, ребят, вы увидите, 10-2 счет, побед за нами. Что такое? Ну, естественно, естественно, MVP. Слушайте, сколько я играл, ребята, все время получал MVP. Все время. Плюс тяжелые ящики заработал, который будет открыт через 48 часов. Но я сделаю по-другому, вот так вот. Я хочу его прямо сейчас посмотреть. 44 золотых, плюс электрошокер, терминатор и... Легкие траки и мини-башня. Ага. Давай вот так вот сделаем с тобой. Смотри, в чем вся прелесть. Да иди ты отсюда, мне не нужен магазин. Давай сюда вот зайдем. И смотри, какая штука получается у нас, да? По пушкам. Электрошокер. Вот. Ведь можно его прапать, ребят.
Он сколько дает в плюсе? Плюс 19, это получается 126. 126, да? Как ни крути, эта пушка все равно сильнее. И я даже не знаю, что ей делать. Я думаю, что не надо спешить. Не надо спешить. Давай повоюем. Кстати, еще, ребята, я хотел вам сказать. Вот, посмотрите внимательно. Например, мы заходим в ангар, и у каждого оружия, смотрите, видите, есть вот такой вот. Призывает в помощь турель-пулемет, который стреляет очередями по врагам. Понимаете, у каждого, вот у меня в данный момент вот такой, вы увидели, да? Выпускает мощную очередь снарядов, наносящий небольшой урон по области, где они взрываются. Например, у Драбадана, что у него тут? Выстрел на 180. В плане на 180. Если мы отходим, да, предположим, а за нами хвост, мы нажимаем, не знаю, что значит за 180. И Эмми разряд, требуется третий уровень пушки. А, ребят, скорее всего, у нас пока еще ничего не писано, потому что мы с вами не изучили это. Поэтому как бы нет описания. Вот здесь вот есть, да, например, видите, ультраудар. Все прописано, здесь тоже у нас прописано, да, установка турели. А здесь просто еще нету, видите, замочек, елки-палки, я что-то только сейчас заметил. Сижу тут, что-то гадаю. Ребят, поехали, конечно же, в бой. Будем дальше с вами сражение за ресурсы бомбить. А потом, может быть, перейдем в танкобол. А почему бы и нет? Почему бы нам не позабивать голы, если у нас получится? Кубки, кстати, ребята, вот когда выигрываешь, получаешь, да? Когда проигрываешь, у тебя кубки минусуются. Это как бы всегда такая статистика, ребята, идет. То есть нет такого, что ты дошел до определенного количества кубков, и они у тебя остались. Странно как-то. Оп, подожди. Ну-ну-ну-ну-ну, куда ты, Френсид? Куда ты побежал-то? Иди сюда, я тебе все прощу. Смотри, как этот шустро летает. Шустро летает, а толку-то, ё-моё, эй! Тебя сейчас заколбасит, парнишка! Минусанули, гада. Мы тут стоим с вами, как три тополя на плющихе. Черт подери. Вон того хотелось бы. Максим Про. Максим Профи! Оу, щетос. Вот это, ребят, попадосик был небольшой. Мог бы быть. И отлично. Так, я знаю, что он там, где он спрятался один. Ладно, пойду я немножко похиляюсь, потому что здоровья, как видите, у меня маловато. Я вот здесь вот постою. Так, ну мне кажется, вот в Бравл Старс, вот, ну, не в обиду, конечно, будет сказано, ребят. В Бравл Старс там категория людей, играющих в эту игру, знаете, половина, наверное, взрослых. Ну, просто чувствуется, как вот, я не знаю, может быть, кому-то кажется смешно. А вот в Танк Лут, вот я сейчас играю, да, мне кажется, что вот здесь больше детишки играют. Опять же говорю, не обессудьте, ребят, не обижайтесь, я никого не хочу обидеть. Просто такое ощущение. Или какие-то боты, ну, почему так все легко? Почему? С чем это связано? Связано, меня разнесли. Дурила, пока тут сидел такой, и не понял, что такое. Смотрю, бочки лежат, а я к ним подъехать не могу, потому что мне уже... Оу, 9 бочек! Эй! Как такое... Как мы растеряли преимущество? Так, у этого 5 бочек, ребят, если я его завалю... А я его завалю. Все нафиг. Теперь мы... Ну, не ведем, конечно, но... Как-то вот так вот, ребят. Давай-ка я попробую... Подожди. Что это, что делает? Ничего не делает абсолютно. Так, поехали. Эй, хотел добить же. Тихо, у меня здоровья мало, ребят. Я в откатке, я в отключке. Я уехал, словно с бучкой. Я постою здесь. А что время-то идет? А, время идет, что это, понял. Полюбаську, перезарядка, естественно, перезарядка. Так, а что ты там стоишь-то, эй, Илюха? Фак тебе в ухо. Так, дай-ка я вот так сделаю. Юху, пока, родной. 10 секунд, я не вижу время, блин. Тихо, блин! Забирай! Илья, забирай! Франциско, меня убил Франциско. Прикрой меня, какой тебя прикрой? Иди сюда, не вылази там. Если тебя сейчас подобьют, мы все потеряем. Просто-напросто с тобой. Дурачок ты, а, отлично, все. Все, нормально, ребят, побед за нами. Собрать трофей, 200 трофеев, ребята. Это у меня будет анчивочка. Укрепленный ящик. Ну, это, видимо, самый обычный, простой ящик. Угу. Который открывается за 3 часа. Слушай, а что вот это такое? 6.20. Шанс дополнительной карты легендарный.
Это сундук чемпиона. А что нужно для этого? Собери достаточно трофеев, герой дня с разных режимов. Герой дня с разных режимов. А, MVP, это и есть герой дня. Хорошо, давай тогда мы с вами сегодня сейчас прям вот сию секунду сыграем в танкобол. Ну, тут уже придется подумать, ребят. Угу. На шару не прокатит, поверьте мне. Вы же сами прекрасно видели, что такое танкобол. Это вести мячик во вражеские ворота. Причем, когда ты идешь с мячом, ты не можешь ни стрелять, ничего делать. Я самый медленный, да, получается? Ну ладно, хорошо. Оу, тихо. А что такие мощные братки-то здесь нам попались? Ё-моё, давай еще гол забейте нам. Они забьют! Нет? Куда я? Что я сделал-то сейчас? Я взял мяч, выкинул. Дуралей. Так, давай я тебя буду прикрывать, парень. Давай, я вот взял суперпушку. Слушай, они непробиваемые. Так, мяч куда-то. Куда я выкинул мяч-то? Блин, у меня слов нет, ребят. Так, я его удержу. Я его держу на мушке. Поехали. Готов, охламон. Поехал. Я поехал! У меня здоровья очень мало. Где ворота-то их? Вот они. Это их ворота или нет? Куда я... А где ворота-то у них? Я не могу понять. Чё-то я не понял. Я не туда поехал, что ли? Ёпарасоте. Это же надо было так тормознуть. Так, тихо. Он думает, что он что-то сможет здесь сделать? Вряд ли. Ага, он тоже сам... А, ёпарасоте! Вон они как ворота! Я не доехал, получается. Я просто не доехал тупо, ребята. Вот это я тупанул. Дай-ка я вот этого говнаря убью. Так, где там, кто там, что там? Так, давай, я прикрываю. Давай, забивай, парнишка. Блин! Иду на таран. Твою мать. Какой там, блин, жопу таран, ё-моё, блин. Разнесли, и того тоже разнесли, блин. Ё-моё, ребят. Ну мы хотя бы все резаемся здесь, на точке. Я потащил. Прикрывай своим телом, молодец. Сейчас такая жопа будет сейчас, ребят. Смотрите, просто что творится. Ё-моё, тут и... Время, да? Время, попой, какой попой. Да, мы проиграли. Тупо, ребята, из-за меня. Вон они, вон ворота, как отмечается. А я вот думал, встал тоже. Это моя вина, честно вам скажу. Это моя вина, ребята. Я дурачок, я мог бы вполне спокойно туда заехать, бомбануть, забросить этот гребаный мяч, и все было бы отлично бы. Поверьте мне. Нет же, я встал как дурак и жду. А почему это мы не выигрываем? Да потому что глаза надо было протереть, ё-моё. Вот почему, блин. Поехали. Надеюсь, на этот раз будет команда не такая жесткая. Или опять такой же жесткач. Эй! Ладно, минус. Куда ты лезешь? Куда ты лезешь, я тебя спрашиваю. Эй! Парень! Ты не припухли, я смотрю, а? Ну? Да ладно тебе! Слушай, это смех на палке, ребят. Просто жесть. У меня нет слов. Ладно, я медленный там, тихоход, блин. Ну вы-то, ёпростен, вы... У вас нормальные траки, чё вы делаете-то? Я поехал, короче. Я не знаю, что у меня из этого получится. Да ничего не получится, меня снесли. Ну... Да что там у него за оружие? Дрободан, что ли? Что за пукалка там? Я не знаю. Ну? Эй! Да что ты? Хорош, блин. Ребят, я не знаю, что он там глюканул или что он там сделал, но я у него мячик забрал. Это однозначно, вы видите все это сами. Эй, где? Где мои? Где мое прикрытие? Какое там нахрен прикрытие, блин? Все там отдыхают, хрен знает где, блин. Должен один тут как-то... Просто жесть. Ладно, я попытаюсь. Куда? Нет, нахер. Давай-ка мы вот сюда с тобой поедем. Я понимаю, да, конечно. Давай, молодец, спасибо тебе большое. Хотя тут прикрыл. Упс. Прикроешь? Спасибо. Я попытаюсь, ребят, но не факт, что смогу... Смогу это сделать. Да ёпарасоте, ну чуть-чуть не хватило. Да какого хрена, блин, ну.
Да что вы там делаете? Кого вы там бьете-то? Ёпросто, вы должны бить вот этого говнаря, блин. Да. Конец матча, опять проиграли, ёпросто. Твою мать, а. Поехали дальше, блин. Кубки только теряю, блин. В бой. В танкобол, блин. Не успокоюсь, пока, блин, не выиграю, нафиг. Твою мать, а. Чё за подстава-то, ёп, ПРСТ, блин. 289, было, блин, 300 с лишним, блин. Если еще раз, ребят, проиграю, я пойду набивать кубки на обычной игре, блин, я не знаю. Блин, я понимаю, все, конечно, понимаю. Они, блин, у них скорость, у них траки, ё-моё. Ладно, я там на гусеничном ходу, ребят, езжу. Где мяч-то? Е-е-е, давай, молодец, ты красава. Кто-то там... КДО, блин. Молодец, умница. Теперь, ребята, главное не растерять это, блин, преимущество. Ну... Так, отлично, Винрей, пошел. Прикрывай меня, пожалуйста, прикрывай. Прикрывай, говорю тебе. Я попробую забить. Твою мать. Какого, блин, лешего-то. Надо было дураку ударить. А я, блин, закатить хотел. Ладно, я попробую поймать здесь. Ну, будем бомбить-то его сегодня. Так, а где мяч-то? Что-то не понял, где мяч-то? Блин, мяч в кустах! Твою мать. По-моему, слишком много напитка, ребята, мы сегодня выпили с вами. Очень много напитка. Куда ты стреляешь-то, дурила, блин? Я этого хмыря должен разнести. Не получилось мне. У меня разнести? Куда ты там пнул-то? Молодец, красава. Поехали, ребятули! Разберитесь с этими хламонами, пожалуйста, а я... Я знаю, что там еще один рисанется. Вот он рисанулся, ребят. Ну? Да куда ты? Куда ты, блин, мяч этот? Ну и что ты? Что ты делаешь-то? Что ты чудишь тут, блин? Опять время у нас, ребят, подходит к концу. Я иду тебе на помощь, братуха. А помощь моя нужна тебе? Опа-на, у него, ребят, смотри, видели? Щит какой-то. А, мы выиграли, ёпрсте. Мы выиграли. Ведь так? Фух. Хоть где-то нам победа улыбнулась. Че, я получил я еще и герой дня? А почему? Не знаю, ребят. Я не заслужил, в этом бою я не заслужил. Я потому что опростоволосился элементарно, когда... Мячиково. Когда мы получим с вами вот эти 500 кубков? А, 500 кубков, ребят. Все, понял. Ладно, поехали дальше. Сражение за ресурсы, ёпрсте. Я не знаю, у меня уже, знаете, у меня уже чайник кипит, ребята, от возмущения. И я, ну, не на последнем месте по кубкам, не на последнем. Поехали. Танкобол, я считаю, ребят, действительно очень сложной игрой. Мне, по крайней мере, так показалось. Я по привычке, как в Brawl Stars, нажимаю вот сюда вот. На самом деле этого не надо делать. Тут все немножко по-другому работает. Здесь, куда мы направляем с вами, туда и стреляем. А я по привычке вот сюда. Иногда из-за этого тупоря мы проигрываем. Фиг ли ты прицепился к моему, блин, соклановцу. Соклановцу. Ну, не соклановцу. Ну, в общем, вы поняли, ребят. Смотри, стоят там втроем. А что они тупят? Это что за тупик, папин топорок? Ну иди сюда, хламон. Я смотрю, ты тут один адекватный, поэтому ты должен первый сдохнуть. Давай-ка вот так вот я заряжу вам. Отлично. Не знаю, в чем проблема здесь, ребят, но они стоят и тупят просто-напросто. Смотри, а этот вообще там спрятался. Куда ты стреляешь-то, парень? Успокойся, уже все, остыли. Остыли патроны, ё-моё. Опять он стоит. Слушай, это бот, по-моему, големый. Смотри. Че он делает? Так, этого парня буду наказывать. Ему не повезло. Вот я вам, ребят, сразу скажу, как на духу, честно. Ему просто не повезло. Это надо было, да, попасть вот в такую команду. Просто команда говнарей, которые просто стоят, ничего не делают.
Извини, но это... Ну вот, смотри, я его просто беру. Что это такое сейчас? Что это за активация такая пошла? Не знаю, короче, его нету. Не стало его в живых. Так, конец битвы. 10-2, блин. Я, конечно, честно вам скажу, что это халявный бой. Но, тем не менее, собрать 200 трофеев у меня задание, и я буду их собирать. Младший... Оу. Танк без командира — просто груда металла. Не забудь взять одного в команду. Василий Козырев. Редкий. Алина Скобля. Обычный. Малышаня. Обычный. Командиры — опытные бойцы, каждый со своими уникальными навыками. Но обрати внимание, что они разбираются только в одном типе урона. У твоей пушки мини-башня тип урона взрыв. Как раз командир Василий Козырев отлично с ним управляется. Отлично, ты готов к бою? Ребят, мы до командиров с вами добрались. Слушай, ну если командир Козырев, да? Вот это же Козырев у нас. Да, Козырев. У него даже на шлеме Козырь. Так. Откроется на 11 уровне. Увеличивает урон пушек класса взрыв на 4%. Но я его не могу, по-моему, взять, ребят, потому что он у меня не открыт. Или он открыт, я не понимаю. Смотри. Смотри внимательно, ребят. 291 урон у меня сразу же получается. А это круто. Давай проверим. Что такое? 379 рублей. Нет, спасибо большое, я как-нибудь обойдусь. Ускорить. Ускорить за что? За рекламу? Не хочу я ускорять за рекламу. Не хочу, ребят, портить нам праздник. Поехали. У меня Василий Козырев, ё-моё, в команде. Мы не можем проиграть. Точнее, не у меня в команде, а у меня в танке, ё-моё, сидит генерал Василий Козырев. Это стоящий. 4%, ребята. А на 11 уровне откроется что-то еще новенькое у него. Так что это будет круто. Пока развлекаемся. Видите, как 4% работает? Обалденно просто. Куда ты бочку-то крошишь, парень? Эй, промахнулся я еще. Такого не должно быть. Иди сюда, Салабон. Ага, захотел бочонок мой стырить. А, не тут-то было. Фу ты, это наш. Это наш парень. Юху! Блин. Опа, а вот это опять какой-то глюканутый, ребят, попался. Так, у этого мало здоровья. Сейчас мы его пришлепнем. И этого тоже. Опс! Я смотрю, Василий Кузырев... Тебя уби... А, смотрите, вот оно, ребята. Вот они, командирчики-то уже пошли. Угу. А я-то думал, я тут один такой крутой хрен там. С маком. Молодцы, умницы, ребятули. А я помогу вам. У-ху! Так, это с огнеметом с каким-то. Это жесткий парень. Огнеметчик был. Куда ты там, Гатор? Где ты? Давай вот этого сосунка. Давай, да. Он с огнеметом, ребята. У него огнемет, да, но... Вы заметили, наверное, что радиус поражения маленький, короткий. То есть сейчас мы его вот этого накроем. Так, бочек нет? Нет, к сожалению. Так, у нас 8 бочек, ребят, с вами. И прямой залп я делаю вот такой штукой. Бэнс, готов. Так, я его накрою. Должен накрыть. Оу, нифига, ребят, не маленький. Ух! Я хотел спрятаться в кусты, отхилиться маленько, но нифига. ВВРР меня подбил. Опа! А, нет, ребят, все пока пучком. Иди сюда. Подожди, 6-5 счета, какого хрена-то? Отдай мне бочку свою, парень. Эй, да ну! Опять? Нет, это Кал-110. Почему они все вот этих выбирают, а? Кто-нибудь из моих-то где? Давай вот это хотя бы накроем. У него 4 бочки, ребята, ну секунды-то идут. И... Эй! Этот, конечно, жарит, я ничего не говорю. Но бочки... Да куда ты, блин, прикрой меня? Куда ты там едешь-то вообще? Иди сюда, блин, придурок, блин. Прикрой меня, блин, ёп... Где вы там вообще все шоркаетесь-то? Я не понимаю, блин. С кем приходится играть? Я не знаю.
Чё они там шоркаются-то на заднем плане, блин? Твою мать, а. Вот повезет с командой. Я говорю, ребят, вот как вот там. Я говорю, я не завидовал тому парню, который там один играл за всех, стоял, а эти дурачки просто спрятались за башнями и стоят тупят, блин. А он там один бедный рассусолил, и мы его там херачили, блин. Я вам сразу говорю, я не завидую этим. И когда вот такая вот команда тебе достается, которая вообще ничего делает, прикрой меня, хер ли тебя прикрывать, блин. Если ты играть тут пришел или что, блин, я не знаю. Критика, блин. Как тут не закритикуешь-то, ё-моё, блин. Приходится все время одному тут вытусовывать. Ведь видят, что нету кубков, нет ничего. Надо горючее это собирать, блин. Нет, стоят там, знаешь, прикрой меня, блин. Халявщик, блин. Я понимаю, у него здоровья бы не было. Или еще там что-нибудь, блин. Да, он бы мог написать там, прикрой меня, блин. Твою мать, блин, две бочки потерял, блин. Возмущен просто до предела, ребят. Просто до предела, блин. Ну что вот он стоит там в кустах? Так, ладно, бочку заберу. Ну где они все-то, я не могу понять. Тот в кустах сидит, да, дурачка. Ну, подбил. Меня подбили, блин. Я им просто-напросто, ребят. Где тот, который сидит в кустах? Он что, не участвует вообще в игре? Как ты мог погибнуть, если ты в кустах все время сидел? От чего? Досиделся, ё-моё. Какое прикрой тебя? Ты опять за свою, а? Опять мы слились. Опять слились, да? Ну бочки-то соберите, ё-моё. Да кто тут будет собирать бочки, ребят? Собирать... Этот вон приехал, поехал назад, блин. Катается, наслаждается жизнью. Вместо того, чтобы помочь нам, блин, подъехать, добить, он просто катается, за бочку он цепляется, ё-моё, за одну. Ну вот, 4 бочки, ребят, я не знаю, что... Как тут? Знаете, вот самое... я все понимаю, если бы он шел бы на рожон, да, он хрен с ним, он бы рисковал бы своими там, я не знаю, там, ничтожными жизнями, блин, ничтожными, знаете, шел бы на пробой, похрен, блин. Нет, он, блядь, там катается в этих, в кустах там, ныкается, как будто ему это что-то даст, блин. Это ему даст только минус время, минус тайм, и все. И вот из-за таких вот профанов, ё-моё, там 74 кубка, там 89, блин, приходится просто проигрывать, блин. А потом еще спрашивают, ты проигрываешь сам, потому что мне приходится идти туда, ё-моё, в это пекло, блин, как-то хоть как-то отбивать эти грёбаные, блин, извините меня, ресурсы. Другого варианта я не вижу, был бы другой вариант, естественно, я использовал бы его, блин. А приходится так вот делать, блин, потому что больше никто за тебя не сделает, вот и всё, блин. Хер ли мне твой даблкил, блин, когда вот... Ну вот, смотри, на хвосте этот... О, ну... Ну вот тут вроде бы, ребята, адекват. Адекват пошел. Адекват пошел, дай бочки возьмите. Если ты взял бочки, то не лезь тогда уж на рожон, пожалуйста. Иди отсюда, достал уже, блин. Так, дай-ка я эту бочку прихвачу на всякий случай. И добомби... Так, это что тут у нас за сопряжуй спрятался? А почему они такие мощные, ребят? А? Супер-пупер. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Будет кто-нибудь прикрывать? Никого нету, как всегда, где-то кто-то вкус. О. Этот парень хотя бы, хотя бы что-то делает. Хотя бы. Пускай он там не лезет на рожон, но он бомбит их. Тупо не стоит. Так, это у нас Дрободан, да? Это у нас, ребят, Дрободан. Мне пока другого варианта нету, ребят. Я только вот так могу сделать. Хрен с ним. Это нормально, ребята. Это нормуль. А где наш еще-то один? Я вот одного вижу. А где еще один? Вот с пятью этими канистрами бегает. Че он там ныкается-то? Ёпрасте, ты... Он что, дурак, что ли? Я не могу понять. Что, больной, что ли, там сидит, блин, в кустах, блин? Ты давай вылази оттуда, ёптай. Вот так, ребята, повезет с дурачками, ё-моё, и мучишься потом всю жизнь, блин. Еще, блин, говорят, не критикуй.
Я просто посмотрел бы на вас в этот момент. Вот он стоит и все. Просто тупо стоит. Это бот. Мне кажется, это бот тупой, блин. Ё-моё. Так, ладно, хорошо, я прикрываю. Это тупой, ребята, бот, который ничего не делает. Просто, блин, встал там и стоит, блин. Сопли живет. Так, бочку я должен забрать. Сейчас, ребят, рискую очень сильно. Молодцы. Отлично. Сколько там секунд? Я не вижу времени, блин. Так, я заряжаю суперпушку и погнали. Хлам его нафиг. То есть, грубо говоря, мы вот сейчас вдвоем играем вот с плеером 170 там с копейками. Очнулся, ёб просто, поехал куда-то он там. Под конец боя, молодец, блин. Жесть, блин, какая-то. Ну чё, ребят, последний бой, наверное, иначе у меня просто нервов не хватит, ё-моё. В этот неадекват, блин. Поехали. Иначе там посыпятся такие слова с трехэтажной, блин. Что уши просто отсохнут сразу же у всех. Поехали. Опять мне какие-то достались с маленькими кубками. То есть... новички какие-то, ё-моё, короче. Ну, естественно, естественно, начинается замесуха. Ну, в адеквате? Да вроде в адеквате, ребята. Слушай, ребята вроде бы нормуль. Кстати, нормуль. Несмотря на то, что у них очень мало кубков, они очень хорошо себя ведут. Вообще великолепно ведут себя. Просто, у меня пока нет слов, ребят. Плохих слов у меня нету насчет них. Ни одного. Надеюсь, так же и пойдет все дело. Так, погоди-ка. Давай вот так вот сделаем. Оу, не успел, ребят, добить. Не успел, немножко лопухнулся. Понаделся. Блин, по мощам, конечно, вот проигрываю в плане того, что и вроде бы и ульту, да, употребляешь. Но все равно проигрываю. Дамаг не тот. Что там у них? Что там за драка? Так, что это за китаёза тут еще мне делает? Так, они на хвосте у моего паренька. Моего... гильдейцы, блин. Поехали, приступаем. Минус. Я прикрою тебя, парень. Я постараюсь тебя прикрыть. Так, он своим шокером меня бомбит. Хорошо, отлично, ребята. Вырулили. 9-0 счет. Ну вы красавцы, умницы, молодцы, ребята. Вы просто вот, вот это я понимаю. Это, я понимаю, ребят, вот эта команда. Вот эта команда сыграла просто-напросто. Все пределы, никто не стоит, сопли не жует. Все отлично. Время идет, мы с вами на выигрыш практически идем. Куда ты там, куда ты там моего соклана захотел, а? Получил свое, гаденыш? Винчестер, ну ладно, хорошо, давай, Винчестер, иди сюда. Давай, Драбадан, я знаю, я верю в тебя, верю. Драбадан, ну! Черт подери, меня ребята окружили как-то. Хорошо, что у меня не было... Подожди, мы с вами проигрываем, блин, по кубкам. У нас кого-то убили, видимо, кубки. Вон, 7 кубков у этого Ханорика. И он уходит. И он уходит, ребята. Черт, мы проиграем здесь, по ходу дела. Есть, конечно, маленький шансик. Ну, отобрал я бочку. 7-7, ничья. 8, блин, опять. Давай вот этого, отберем бочку у этого говнюка. Меня сейчас уничтожат, скорее всего. Так. Все, ребят, я прячусь нафиг. Есть. Фу. Команда красавцев. У меня других слов нет, ребят. На самом деле, они молодцы. Отлично сыграли. Вообще, вот это называется игра. Командная игра. Когда, блин, да, прикрывают, помогают, берут, отнимают, дерутся до последнего. Тут вообще идеально все, ребята. Ну что же, а я буду на этом заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй, и мы обязательно увидимся с вами в следующих интересных играх. Всем пока и удачи!